Всем привет, на связи Виктория Копыченко. И у меня приятная новость. Оказывается, Air выводит деньги не от 100 долларов на карточку, а от меньшей суммы. Вот у нас на счету, на аккаунте, на канале моей дочери 75 долларов. И вот выслан уже отчет, то есть их можно вывести. Такое уже было и раньше, то есть вот выводила 74 доллара. 87 долларов. Короче говоря, от 70 долларов тоже уже выводят. Еще раз напомню, что вывод есть на разные платежные системы, не только на карточку. На WebMoney, допустим, можно вывести от 50 центов, 0,5 долларов. Вот. Ну а на карточку написано в правилах от 100 долларов, ну как мы видим, выводятся и меньшие суммы. Итак, торжественный момент. Маша берет мышку в руки, нажимает на кнопочку «Новый отчет». Чикс переходит вниз и нажимает кнопочку «Подтвердить». Вот. И у нас написано, что выведется на карточку Приватбанка по курсу 20.58, украинская гривна. Имя получателя Мария. Отчет подтвержден. Значит, обычно деньги приходят в течение там, недельки, но по условиям, по правилам они приходят, должны прийти до 30 числа каждого месяца. То есть до 15 высылается отчет, до 15-16, сегодня 12. И до 16 числа нужно его подтвердить. И получаем деньги до 30 числа. Ну, как правило, приходят они раньше. Вот на этом и все. Подключайтесь к партнерке Air. Очень хорошая партнерская медиа-сеть, которая позволяет заработать не только на своем канале, но и на канале других пользователей, которые вы сюда тоже приглашаете. Приглашать сюда легко, потому что медиасеть очень хорошая. Вот даже у моей Машки уже реферальная система. Сейчас посмотрим. Есть три партнера. Ну, один из них я подключила еще один свой канал. И вот два канала, это девочки или мальчики. Ну, это явно девочка Лера. Это не знаю, чей канал. Просто она загрузила себе промо-ролик на свой канал, моя Маша. И к ней люди подключаются сами. Вот, это только начало. Дальше будет больше. У меня картина, конечно же, в бэк-офисе другая. Сейчас мы зайдем в мой бэк-офис. Значит, реферальная система открывается. И смотрим. У меня в первой линии 67 партнеров, во второй 169, в третьей 181. Ну и, соответственно, доход по рефералке намного выше. То есть, если мой канал принес мне в этом месяце 52 доллара, то по реферальной системе я заработала 181 доллар. При этом каналы, которые ко мне подключены, они, конечно же, ничего не теряют, потому что выплата вот эта вот идет, это делится именно партнерка Air своим доходом, делится со мной. То есть, если я приглашаю чей-то канал, человека, у которого есть свой канал, этот человек подключается через меня в Air, он платит 30% от своего дохода Air за техподдержку, за помощь в решении вопросов, которые связаны с YouTube, возможно, блокировка и так далее. Получает видео уроки, получает обучение, ответы на вопросы, ну, в общем, и более дорогую рекламу, самое главное, на своем канале. То есть эти 30%, они как бы окупаются, можно сказать. Ну, не можно, это точно. И с этих уже 30% компания платит 10% мне. То есть если человек заработал 100 долларов, компания забрала себе 30 долларов, и из этих 30 долларов 10 заплатила мне, это 3 доллара. Со второй линии платится 3%, с третьей 1%. Вот. Хотя, кстати говоря, по-моему, со второй линии даже 4% сейчас можно посмотреть. Узнать больше о реферальной программе. Вот, сейчас посмотрим. Здесь написано, что нам нужно для того, чтобы подключиться. Да, 10%, 4% и 1%.
Вот такая вот простая схема, которая позволяет зарабатывать не только на своем канале, но и на чужих. Каналы растут, каналы развиваются. В прошлом месяце у меня был доход по партнерке ниже, в прошлом еще ниже, и все даже зависит не от того, сколько у меня каналов, а от того, как быстро эти каналы развиваются. Ну, соответственно, я заинтересована в развитии тех каналов, которые подо мной, и когда люди ко мне обращаются с вопросами, я стараюсь им помочь. Вот на этом, пожалуй, все. Подключайтесь в Air, если у вас есть свой канал и вы хотите на нем зарабатывать, то вам необходимо для подключения 100 подписчиков иметь и всего 3000 просмотров. Этого можно достигнуть за меньше, чем за месяц, самостоятельно, без накруток. Ну, а если вы будете использовать накрутки или там взаимную подписку, это можно сделать еще быстрее. Но накрутками не увлекайтесь, это всегда опасненько. Вы можете как бы потерять канал, потому что YouTube за этим очень следит, поэтому не увлекайтесь этим слишком много. Вот такое вот видео на сегодня. Всем успехов, больших чеков и развития ваших каналов. И много-много подписчиков. Всем пока-пока. До встречи на YouTube.